при работе с числовыми рядами человек, естественно, работает сам. Действующим элементом является душа человека. У процессу рада с оброченным низовым особа рады сама. То есть отлучный фактор є делование самой особи. Числовой ряд является, ну, так скажем, инструментом, элементом или элементом управления. Брочений низ само один от элементов управления. И важно, чтобы этот числовой ряд соответствовал действительности, ну, то есть тому ряду, который давал сам гробовой. Важно, да тай брочений низ отговара управо тому, что я записал гробовой. То есть, чтобы он не был изменен там в порядке цифр. Не смею быть заменены редослед. Чтобы не было лишних цифр или чтобы там не были убраны какие-то одна или две цифры. Ни одна из бройки не смею быть изоставлена. Если существуют пробелы, значит, они должны быть сохранены. Ако постоят размаци, они должны быть сочуваны, не смею быть вишак броя. Это все понятно. Все это разумно. То есть, если существует ряд, ако постоят бройчаный низ, он не изменен, он не променен, то человек, работая с этим рядом, имеет возможность получать хороший устойчивый результат. В том случае человек, который работает с этим бройченным низом, има могучность добить добрый, стабилен результат. Эффективность работы, она будет зависеть от человека. А эффективность рада зависит исключительно от особи. Ну, то есть от его возможности, например, держать концентрацию 5, 10, 15, 20 секунд. То есть от него возможности, например, держать концентрацию 5, 10, 20 секунд. Ну, кто-то может быть там 40 секунд, минуту. Чем дольше человек держит концентрацию, тем лучше. Нетко може и выше, и что выше особа има могучность держать концентрацию, то и более. То есть, для человека желательно научиться концентрироваться, чтобы сознание не соскальзывало на какие-то другие мысли. За человека очень важно научиться концентрироваться, и при том его мысли не смею отлутать и склизнуть на нечто другое. Все, человек применяет технологию, получает результат, и это основание, чтобы он имел результаты в дальнейшем при применении любых других технологий изучения Григория Гробового, либо вот этих цифровых технологий. Человек применяет технологию, добивает результат, и то и веч доволен темель, да в будущности он может користить другие технологии, добивать исто добрый результат, користить технологии Григория Гробового. Получение результата по цифровым рядам часто является основанием человеку понимать, что он может управлять любой другой ситуацией, любыми другими технологиями. Добивание результата с помощью бройчаних низов за человека очень часто результира пойманием своей снаги и могучности управлять другим животным ситуациям с помощью других технологий Григория Гробового. То есть человек может верить в то, что он получает результат? Он может веровать, да, добил результат. Это один уровень? То есть один уровень. Но если человек знает, это более высокий уровень. Али когда он зна, да я добил результат, то е несумнево вече ниво. Odlično, hvala, puno hvala.